Ни представители народных республик, ни даже сотрудники ОБСЕ. У них есть неопровержимые доказательства того, что боевики-националисты ведут прицельный огонь по жилым кварталам и всеми силами пытаются сорвать мирный процесс. С подробностями Александр Белибов. Минувшая ночь на Донбассе прошла относительно спокойно. В Минобороне ДНР зафиксировали 40 случаев нарушения режима перемирия со стороны украинских силовиков. Между тем, Донецк продолжает приходить в себя после сильнейшего за последнее время артобстрела. Произошел он в ночь на 3 мая. В городе обесточены 36 трансформаторных подстанций, не работают и 2 котельные. Тем временем украинские военные заявили, что в районе линии разграничения нет добровольческих батальонов. Сообщение об этом было размещено на официальной странице в Фейсбуке пресс-центра силовой операции. Утверждается, что в зоне действуют только подразделения ВСУ, военных формирований и правоохранительных органов государства. Однако Минобороны ДНР уверены, что формально сменив подчинение, добровольческие батальоны не изменили своей тактики провокационных обстрелов населенных пунктов Донбасса. Националистические батальоны, вошедшие в состав ВСУ, продолжают вести хаотичный огонь по жилым массивам Киевского района, по жилым массивам населенного пункта Саханка и населенного пункта Широкино, целенаправленно уничтожая дома и коммуникации мирных людей. Накануне в Республиканской гвардии заявили, что массированный обстрел Донецка в ночь на 3 мая был лишь отвлекающим маневром. По данным ополченцев, в момент атаки на город украинские силовики развернули операцию по прорыву позиций армии Народной Республики в районе Широкино. В ходе столкновения разрушенными оказались несколько улиц. Этот поселок на берегу Азовского моря сейчас остается основным очагом напряженности на южном направлении. Власти ДНР не раз представляли совместный центр по контролю за прекращением огня свои предложения по созданию в поселке демилитаризованной зоны. Однако инициативы тормозила украинская сторона, в частности боевики батальона Азов, занимающие позиции близ Широкино и не желающие их покидать. Не ушли они и сейчас, несмотря на заявление украинского командования о входе всех добровольческих батальонов в состав ВСУ, у официального Киева, видимо, по-прежнему нет реальных.